Сегодня едва ли не самым популярным ноутбуком на рынке является MacBook. Никто не сомневается в производительности яблочных ноутбуков, однако Apple дает возможность своим пользователям кастомизировать ноутбуки путем выбора комплектующих на свое усмотрение. Привет, с вами Руслан и интернет-магазин Avik. В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент кастомных макбуков. Однако далеко не все покупатели, впервые сталкиваясь с данными моделями, понимают, в чем их преимущество. В целом, кастом – это макбук, детали которого меняются по требованию покупателя. В основе кастома – стандартный макбук заводской сборки. Только некоторые моменты, вроде оперативной памяти, процессора, SSD или видеокарты, меняются по заказу покупателя. Чаще всего на таких моделях останавливаются дизайнеры, разработчики и пользователи, которые привыкли выжимать из своего лэптопа максимум или даже немножко больше. Купить кастомный MacBook вы можете только в тех странах, где официально представлен магазин Apple Store или есть возможность доставки от Apple. В Украине на данный момент такой возможности нет, и пользователи полностью зависят от ассортимента магазина. Одним из кастомных маков, представленных в нашем магазине, является Apple MacBook Air 13 Space Gray Late 2020. Ссылку на него мы оставим в описании. Мощнейший процессор Apple M1, 16 гигов оперативной памяти, именно этот параметр делает ноут кастомным, позволит вам спокойно работать, даже когда открыто очень много приложений, например, несколько десятков окон браузера, мессенджеры, текстовые редакторы и приложения для видеомонтажа. Для дизайнеров и видеомейкеров лично я советовал бы остановить свой выбор на 16 диагонали, ввиду наличия большого экрана и мощной видеокарты. Но если вы привыкли работать с дополнительным экраном, то и такой малыш станет отличным вариантом. Чаще всего кастомные MacBook'и в нашем магазине приобретают корпоративные клиенты, обеспечивая ими целое подразделение разработчиков, дизайнеров или видеомейкеров. Кастомный Mac – это отличное решение для компаний или пользователей, которым нужна высокопроизводительная техника. Вопросы и пожелания оставляйте в комментариях под видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. А с вами был Руслан и Avik.ua. Пока-пока!